Сейчас не смогла приехать по понятным причинам. Она в декретном отпуске, и фигуристка без тренера выступает. Возможно, это сыграло свою роль в не самом удачном выступлении на предварительном этапе. Но, тем не менее, помним мы чемпионат Европы, где блеснула Полина Коробейникова. И вот она уже дебютирует на чемпионате мира. Проблемы были серьезные, начались уже в самом начале программы.